Вы знаете, я для тех, кто хочет сделать некие там динамику и выводы, я бы им рекомендовал там даже и пользуясь Google переводчиком, пользоваться там, ну, собирать новости какого-нибудь города, там, предположим, Лондона, и прямо сопоставили там Великобритании целиком, чтобы быть уж там транспарентным, и сопоставлять их с новостями, которые происходят в России. Ну вот я могу абсолютно сказать точно, что каждый день в России будут убийства, пожары, там всякие катаклизмы, а за рубежом будет тихая, скучная жизнь. Это просто системная ошибка, потому что, условно говоря, взрывы, это, понятно, помимо человеческого фактора, просто изношенность систем. Поэтому, поскольку мы вкладываем во всяческие олимпиады, там, чемпионаты мира, саммит ТАТС, ну, еще всякую остальную фигню, если мы, условно говоря, те же самые там 1,5 триллиона, так на секундочку, рублей, вместо того, чтобы вложить в там олимпиаду, где понятно, что это, конечно, духоподъемная вся такая история, но вложили в тот самый дом, и не только в дом, но и во все ветхое жилье, я думаю, что 1,5 триллиона нам бы хватило. Поэтому это вопрос системы наших приоритетов. Ну, поскольку на каждый наш гражданин, если ему предложить такой выбор, он скажет, что олимпиада, тем не менее, духоподъемная нужна, вот, вместо того, чтобы отказаться, и пусть будут ровные дороги, но не будет олимпиады, то, собственно говоря, мы несем ответственность за свой выбор.